Во время карнавала в Италии принято подавать на стол разные виды хвороста, и обычно его жарят во фритюре. Хочу поделиться более полезной версией, как приготовить хворост в духовке. Хворост в духовке получается таким же вкусным, как и жареный. При подаче вместо фруктового ликера и меда можете использовать растопленный шоколад, темный или белый, а также фруктовый сироп или жидкий мед. 1. В большой миске смешайте просеянную муку, яйцо, сахар, молоко, ром, тертую лимонную цедру и разрыхлитель. 2. Добавьте сливочное масло, комнатной температуры, нарезанное кубиками. 3. Все перемешайте, а затем замесите однородное тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на полчаса. 4. Раскатайте тесто скалкой в тонкий пласт. 5. Нарежьте хворост любыми фигурками. 6. Поместите их на противень с пергаментной бумагой и выпекайте при температуре 180 градусов около 15 минут. 7. Подайте хворост, приготовленный в духовке, горячим, посыпав сахарной пудрой, политый ликером с медом или любым другим сладким топпингом по вашему вкусу.